В библиотеке имени Фазу Алиевой города Каспийска прошла церемония вручения орденов мужества семьям погибших бойцов СВО. Мичман Хабиб Магомедов, сержант Абдулгаджи Гаджи Амаров и младший сержант Абубакар Бондаренко отважно защищали родину, проявив мужество и героизм. Выразить соболезнования и слова поддержки прибыл заместитель главы Каспийска Гусейн Ункилов. Я хочу вам выразить искренние соболезнования. Пожелать вам терпения, сабра, чтобы они были Всевышних определил среди лучших. И от главы города Бориса Ивановича также слова поддержки, слова соболезнования вам. Вручали ордена мужества семьям погибших бойцов военный комиссар Каспийска Марат Пашаев, председатель Совета ветеранов Афганистана Магомедариб Якубов и заместитель главы города Гусейн Ункилов. Марат Пашаев также выразил соболезнования матерям, женам и детям военнослужащих, отметив их самоотверженность и отвагу. Я хотел бы вам выразить тоже глубокие соболезнования от нас от всех и заверить вашу память всех наших ребят не останется. Просто это не просто. Для красного словца мы увековечим память всех наших ребят. Вам дай Бог здоровья, детям, чтобы гордились своими отцами. Завершилось награждение минутой молчания и просмотром видеоролика «Встанем! Память о погибших каспийчанах в ходе СВО».